Работа как лучшая адаптация. В Невском районе состоялся российско-немецкий семинар, посвященный проблемам социализации инвалидов. Инвалиды с тяжелыми нарушениями интеллекта не всегда могут трудиться на предприятиях. Для таких граждан в Петербурге созданы так называемые защищенные мастерские, где люди с ограниченными возможностями производят продукцию в максимально комфортных условиях. Это гончарное и полиграфическое производство. Такие мастерские были созданы в середине прошлого века в Германии. Опыт немецких коллег и лег в основу совместного проекта майфранских мастерских из города Вюрцбурга и Лиги жизненной помощи людям с проблемами развития. Мы уже много лет работаем с Санкт-Петербургом. На этом семинаре обсуждали создание новых мастерских. Отрадно видеть, каких успехов мы достигли с нашими партнерами. Здесь, на семинаре, собралось множество людей не только из Санкт-Петербурга, но и из других регионов России. И, конечно, очень радует, что этот проект поддерживает правительство. Проект был реализован в Петербурге на немецкие деньги.